и не вставили и не указали там какое-то авторство, не сделали все прочее, ни кириллицей, либо латиницей, либо там прочими вот этими всеми алфавитами. Чуваки, видимо, какие-то там, знаете, адепты абсолюта, видимо, какие-то там, я не знаю, возможно, разработчики, там, основатели, создатели, скриптеры, там, вот все вот эти вот чуваки, которые пишут обновления для Arizona RP. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Ой, да ладно, да вы чё, вот никогда такого не было, и вот это происходит опять. Вот я просто даже вот не могу представить, ну вот каким образом все это получается. Я не знаю, вот просто какое-то дежавю в этих самповских новостях. Я уже просто не знаю. Сегодня я буду обсуждать какую-то уникальную новость, которая кажется мне абсолютно точно уникальной, которой не было абсолютно точно нигде. И вот я ее говорю там то, сё, пятое, десятое. Вот это вот весь монтаж, летают эти все штуки, там 3D-эффекты, все прочее, там партиклы какие-нибудь, композитинг, там After Effects, Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, все прочее. А сегодня это та же самая новость. Так это ужас уже. Я не понимаю, ну как так можно? Это невозможно. Ладно, давайте обо всем по порядку. Не так давно, когда Arizona RP, Arizona Mobile, Arizona Games и вот все вот эти вот, знаете ли, прочие сервера выпустили свой лаунчер для того, чтобы игроки могли играть с каким-то вот, знаете, модпаком, с голосовым чатом, со всеми прочими вещами. Они все это выпустили, типа там, начали добавлять какие-то моды, добавили туда сам поддон, и абсолютно Roleplay это так не понравилось, что они при заходе, по-моему, на свой сервак с сам поддона, писали, мол, то, что там, знаете, какой-то сервак сделал то-то, а вот Arizona RP украли сам поддон и не вставили и не указали там какое-то авторство, не сделали все прочее. Я тогда сказал, чуваки, идите нахуй, абсолютовски вот эти вот все, блять, разработчики, все прочее, вы, блять, выложили сам поддон в открытый доступ, любой его может скачать, но вот Arizona RP это поставила в свой лаунчер, вы такие, ой, бля, вы не указали авторство, бля, вы не указали. Бля, пиздец, на самп, на пиратский, блядь, клиент, они производят вот эти вот все какие-то аддоны, все прочее, и потом удивляются, типа, а у нас защищен аддон авторским правом, да, а вы не знали, а вот защищен, да, вы это проверить никак не сможете, да и скорее всего он нахуй не защищен у нас, ну вот, вот да, вот мы укажем, что вы у нас украли, да. Ну вот, потому что вот так вот Arizona, разумеется, без лишних слов все это убрала, все это сделала, и вот сейчас вы представляете, знаете, что происходит? Arizona RP добавили возможность того, что без разницы, как вы напишите команду, либо там, знаете, кириллицей, либо там не кириллицей, либо латиницей, либо там прочими вот этими всеми алфавитами, у вас все равно команда сработает. Допустим, если раньше для того, чтобы выйти из игры, вы писали слэш Q, то если сейчас вы напишите точка и краткая, то все равно из игры выйдет, то есть команда сработает. Или там, если вы писали слэш меню, то если сейчас вы напишите все это на русском языке, то есть русскими буквами, то оно все равно сработает, и меню все равно откроется. То есть, ну, это замечательная функция, которая просто, ну, нужна была уже давно на абсолютно всех GTA самповских серверах. И вот сейчас чуваки, видимо, какие-то там, знаете, адепты абсолюта, видимо, какие-то там, я не знаю, возможно, религиозные фанатики всего этого проекта начали писать, мол, вот, на абсолют Roleplay это было давно, а вот вся эта Arizona, Nuba RP, RPG, вот это вот все прочее, она взяла и все это нагло украла. Да, вот, вот украла, да, вот, по-другому это просто не назвать. Украла, да, вот, взяла и украла. Все, то есть, и просто их поддерживают. Самое главное, что их поддерживают. То есть, я просто зашел в LifeSump, господи, вот, извини меня, господь, за то, что я упоминаю этот, блядь, желтушную, вот эту вот всю хуйню, залупу, блядь. Просто зашел туда, и чуваки такие, а вот на Absolute Roleplay-то это было давно. Там, не знаете, официально спиздили с Absolute Roleplay. Все ясно, спиздили с Absolute. Там, спиздили с Absolute, сделали то, там, спиздили с Absolute. Все пишут эту хуйню. Это пиздец, откуда вообще Absolute Roleplay находит столько ботов, чтобы все об этом, блядь, писали. Я в самом деле, я не понимаю вот это вот все. Я не знаю. Блять, чуваки, это. Ой, бля. Это просто пиздец. Блять, команды, ну просто идеи, блять. Нововведения, обновления, которые могут прийти в голову абсолютно всем людям, блять. И пришли. Если бы, блять, господи, если бы Arizona Roleplay хотела все это спиздить, она бы спиздила это раньше. Просто сейчас разработчики, там, основатели, создатели, скриптеры, там вот все вот эти вот чуваки, которые пишут обновления для Arizona RP, просто они сейчас дошли до всего.
всего этого? И как вообще, блять, ну это просто вот у этих, блять, фанатиков, у этих всех игроков абсолютно Roleplay шиза доходит до такого уровня, что ты просто сидишь и думаешь, чуваки, блять, ну это ебанутая хуйня, блять, просто ебанутая. Я уже готов, да, знаете, там, к дизлайкам, когда чуваки напишут, типа, блять, да ты чё, да это авторская наработка, слэш кью и точка и краткая, блять, это абсолют придумал, это вообще, блять, кириллицу, если вы не знали, придумал абсолют Roleplay, да, да, и сервера создавать в GTA Assembly придумал абсолют Roleplay, да, поэтому Arizona RP официально все украла, Arizona RP официально все спиздила, и в целом вы как бы не имеете права голоса абсолютно точно никакого, а если и будете вот нечто подобное высказывать, там, знаете, какое-то свое мнение иметь, то пошли вы нахуй, мы вас закроем, потому что авторские права, да, абсолют Roleplay, это у нас, знаете, такой блюститель правопорядка в области авторских прав, вот просто у них там, я не знаю, я не понимаю, как все это работает, почему абсолют Roleplay вообще поддерживают в данных вопросах, когда, по сути, блять, ну, авторского права не существует никакого, ни в музыке, блять, нигде, просто берут, блять, биты перебивают и, блять, делают вот это вот, я не знаю, блять, это ебанутая хуйня, блять, это омерзительно, блять, вот, понимаете, людям дали какие-то мнимые права, да, они там что-то разработали, что-то там более-менее надрочили, что там сделали, даже если это нахуй никому не интересно, даже если это нахуй никому не нужно, и никто эту хуйню не замечает, но вот когда Arizona RP это, или вообще хоть кто-то это все повторил, то они такие, блять, да вы чё, вы же спиздили, вы же украли, блять, просто шиза доходит до таких масштабов, что я просто, я не знаю, блять, это просто, это ебанутая хуйня, это невозможно, блять, просто выбесили, блять, просто вывели нахуй, я не знаю, я не хочу, блять, вот так вот говорить, вот так вот выражаться, вот такие вот подобные ролики записывать, но я понимаю, что вот это, знаете, какая-то фраза, она немного клише, тем не менее, блять, ну и реально, я не хочу бомбить, потому что я, сука, я уже отбомбился в 2019 году, я в 2020 вообще не хотел все это делать, тут просто вот эти вот долбоебы с абсолютно у нас украли, блять, точка и краткая, слэш кью, там, слэш меню, все прочее у нас украли, блять, верните, идите нахуй, просто, я вам вот что я могу сказать, идите просто нахуй, вы тупые долбоебы, и абсолютно Roleplay, возможно, и неплохой сервер, если вам нравится, играйте, но вы просто, блять, заебались со своими этими авторскими правами, блять, у вас нихуя нет, идите в пизду. Вообще, я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод NoToxic54, а также ссылочка на мой телеграм-канал, а также ролики у меня тут выходят, ну, стараются выходить, по крайней мере, каждый день в 20.00, поэтому вот, заходите, везде заходите, со всем ознакомливайтесь, на все подписывайтесь, все делайте круто, все делайте хорошо, и, блять, авторские права ебите в рот, потому что, ну, это, блять, это просто, я не знаю, каким нужно быть человеком для того, чтобы вот это вот все проворачивать, вот это вот все делать, блять, но в пизду, я просто, я, блять, не хочу больше никакого, я не хочу даже слышать больше про абсолютно Roleplay, про то, что там кто-то у кого-то что-то спиздил, блять, да никто никогда ни у кого ничего не пиздит, блять, потому что это, блять, просто абсолютно Roleplay и игроки абсолютно Roleplay, блять, какие же вы, сука, ёбнутые, блять, ну это просто, я не знаю, блять, сука, короче, идите нахуй, игроки абсолютно Roleplay, и все, кто поставит дизлайки, и все, кто будут писать вот это, просто идите в пизду, блять, вы тупые долбоебы, пока и до свидания.